Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Алло, Иван, ты смотришь первый, такие новости у нас. Послушай, Вань, не трать мне нервы, отдавай скорее приказ. Равняйся, смирно, это срочно, Анна Владимировна звонит. Всем запереться дома нужно срочно, иначе будет бледный вид. На месяц жить дистанционно, изъясняться электронно. Ну и приказ, чтобы были все здоровы, а в остальном все хорошо. Алло, алло, еле извиняюсь, что беспокою в этот час. Как день прошел, узнать у всех пытаюсь, все время думаю про вас. Все хорошо, вы наша дорогая, хоть я 3 ночи не спала. Пишу доклады, я рук не покладая, и даже чуть перебрала. У них 100 страниц по всем направлениям, таблицы, формулы и наблюдения. А так все ок, прорвемся однозначно, все хорошо, все хорошо. Слава, алло, ну как не волноваться, какой уж отдых тут, скажи. Хочу во всем я разобраться, отчет подробный доложи. Все хорошо, прекрасная вы наша, дела идут и жизнь слегка. Все группа ангел, ну просто гордость Раши, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, полкласса двойка по матчу влетела. А в остальном, поверьте, Анна Владимировна, все хорошо, все хорошо. Алло, ну Кать, ну как не стыдно, как можно 2 получать? Я в годы ваши вела себя солидно и знала матчишу на 5. Анна Владимировна, ну что так сразу? Я вас не стану огорчать. 2-3 на днях мне вышло по диктанту, а 2+3 ведь будет 5. Еще скажу вам по секрету, на книги тянет вместо сигареты. И в основном от этого сюрприза всем хорошо, всем хорошо. Алло, ну Влад, да ты мне там не ойкай, а срочно маме передай. Ее прошу я в момент дистанционки почаще уши тебе драть. Ах, если бы это было бы так просто, меня попробуй воспитать. Во мне же 1.80 росту, а может 1.85. Чтоб до ушей моих добраться, маме придется по лестнице забраться. А так, конечно, вы не беспокойтесь, все передам, я ей все передам. Алло, Володь, скажи мне сразу, не заставляй меня подолгу ждать. Откуда к нам пришла эта зараза, я не могу никак понять. Все хорошо, ну что вы в самом деле, совсем никто не виноват. Мы всей страной идем к заветной цели, а вирус катится назад. Чутко разверзлась небеса и надвигалась гроза. От страха впали в коматоз, и жизнь пошла наперекос. Тут евро вымахал до ста, позакрывали все места, всех замели на шашлычках. Теперь все прячутся в домах, а за окном весна цветет. Мы верим, все это пройдет, и руки моем каждый день. Учиться нам теперь не лень. Переживем, и будет все как прежде. Все хорошо, все хорошо.